have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Мы с вами в Робот 64. Тут очень много элементов платформинга. Можно прыгать, бегать, двойные прыжки, ползать. Пойдем-ка теперь сюда. Зайдем в отель Ноди. Посмотрим, что у нас там есть. Что нам тут могут предложить? Небольшой такой кусочек острова. Конфеты. Что тоже хорошо. Все любят мороженки. Мороженки, да. У меня есть только одна мороженка, батарейка есть. Да. Не знаю, ты же робот. Я же его атаковал. Но у нас есть это вращающаяся атака. Ладно, хорошо. Пойдем сюда. Пойдем. Почему нас сохранить не пустили в обычный отель? Видимо, это отель для людей. А мы роботы. На черное нельзя наступать? Это нет, можно. А так в чем прикол? Фу. Зачем я нашел парня с бананами. А-а-а! Я нашел вазочки. Нет! Я сейчас скину цветочек в вазочку. Да, нет! Есть, мороженку получил. Зачем я с собой таскаю вазочку? Я не знаю, зачем. Например, я тоже не буду. Я собрал все вазочки. О, Ноди! Привет! Че, читать не умеешь? Мне есть. Никаких вонючих роботов. Ты че, босс, что ли? Я к тебе притащу розовую вазочку. Я тут это... Тоже. О, я был на НЛО. Ау, он бананами кидается. Че с ним делать? Чем? Не знаю, вазочкой. Я тоже так думал, но... Че, он опустит? Эй, хорош! Иди сюда! Ау! Кинул мне бананы. Так, что там было? Вот так, да-да-да, все, вот так надо атаковать. Я ему стекло разбил, сейчас он приземлится. У тебя стекло до сих пор есть? У каждого этот босс по-своему, блин. Можно и кинуть, прикольно. Спускайся, чувак. Второй раз попал по нему. Оно мне, у меня своя вазочка, понимаешь, в чем прикол? Я твою не вижу. Почему у него опять стекло восстановилось? Ну, после каждого удара оно восстановится. Как бы ты по нему удар наносишь. Что если? Да я... О! Есть, я его убил. У меня постоянно открывался реальный магазин, не знаю почему. Я, может, на какую-то кнопку тыкаю. Он у тебя живой еще? Да, я его убил. И теперь мне... Есть, мороженка есть. Итак, у меня теперь 3 мороженки. Ой, с ним можно поговорить. Я взял его. Его можно забрать. Все, пошли. Пошли с ним. Стой, мы там не были. Ну, я там не был еще, по крайней мере. Тут 3 диска. Бибо, а вот же с каким? Я тут думал о своем проекте.
колючки. Ты по зеленым этим пройдешь? Ой. Ага, они такие кусачие. Итак, я умер от них, зато я взял мороженое. Угу, то есть несколько мороженых, хорошо. Так, в гостинице Ноди мы взяли, ну почти все, были во всех трех комнатах. Вам нравится мой пес? Пес, это енот. Ладно. Что будет, если я выйду с Ноди отсюда? Погоди меня, подожди меня. Меня убили лягушки. А, стой, тут есть еще два... Тут есть еще две комнатки. Давай зайдем, глянем, что тут. Чувак с грустным бананом. О, черная дыра. Я случайно открыл черную дыру в своей гостиничной комнате. Офигеть. Мог бы ты туда накидать случайных вещей? О, вазочки. Ноди. Вазочки, цветочки, много цветочков, вазочки. О. Иди сюда, чувак. Мне нужно тебя кинуть в черную дыру, извини. Какова твоя судьба? Ты кинул в черную. Да. Цветочки нельзя подобрать? Можно. Можно. Интересно, а зачем мы это делаем и что будет? Блин, нет никакого индикатора, сколько нужно еще. Черный дыра закрылся, я получу мороженое. А, да, этого хватило. О, мороженка. А зачем нам мороженое, это вопрос? Мы же роботы, мы не можем есть. Ну вот, я тоже получил. В том-то и дело, мы ее не едим. За мороженки мы покупаем другие комнаты. Пойдем посмотрим, может это тессеракт? Он обращающийся в кубе. Конфеты смайлы, прикольно. Это в соседней комнате, да? Нет, это тут. Смотри. Что? Что? А-а-а. Я тоже хочу туда. А-а-а. Пустите меня. Что за фигня? Почему за мной бегают кусты? А, тут еще и охранники бегают. Блин, меня поймали. Привет. Да. Да он меня ловит, он прям там на входе стоит. Что я ему теперь сделаю? Надо его как-то залюбить. Я через стену побежал. О! Да хорош отлета... Все? У меня есть еще одна батарейка. Я думаю, нужно в охранника кинуть вазу. А вазу не спасает, вазу не спасает. Окей, это было интересно. Ну, кстати, там надо 8 мороженых, чтобы открыть. А у меня только 5. А у меня 4. Я еще раз сейчас в отель Ноди подойду. Мне интересно все-таки пройти. Как этого охранника залюрить? То есть, ну он же там... А как? Перепрыгнуть? Да. Я об этом не подумал. Да, ты прав. Это вариант. Тут, кстати, я только что сейчас заметил на проводах конфеты. То есть можно, по идее, как-то по этому всему бегать. И тут есть паркурский. Там портал какой-то на цветах. Нет, туда сейчас не пойду. Я сейчас зайду в гостиницу еще раз, попробую пройти это место. Я хочу пойти в Turtle Traps. А это где? Тоже в магазинчике. Так, вот. Кстати, у меня там уже мороженка получена. Да, можно вот так вот. Точно, можно просто тупо по стенам оббегать. Да, блин, я тебя не видел, ты заныкался за этим. Ты... Черепашечий остров, нормально. Да, я прям к нему в руки упал.
А ты меня тоже не видел? Не туда. Есть, я получил мороженку. Я нашел портал. А как, блин, теперь из этого быстро выйти? О, я его просто перепрыгнул, круто. Да, это не так сложно. Я просто на черепашьем острове. А где? Как за сколько он стоил? Ну, я просто зашел вверх, где было написано черепашьем острове. Это там же, где отель Ноди? Нет. Только с другой стороны или где? Это в магазинчике, там, где ты смог найти отель Ноди. У меня черепах. Тут есть портал, мне интересно сюда зайти, в этот портал. Где я окажусь? Что за фига в паркур? Нет! Да вы что, это же импосибру. Не-не-не! Да не, ребят, не. Спасибо. Я пока пошел отсюда. Это не мой уровень скилла. Я туда тупо сейчас просто не доберусь. Так. О. Хот-дог в коробке? Что бы это значило? Я его могу забрать. Я не это хотел сделать, если что. Блин, тут очень много крутых паркуров. Я взял скейт. Что происходит? Нет. Мне дали скейт, я не знаю зачем. Теперь я стал неуправляемым. Я стал неуправляемым! Мороженка на черепашком острове. Так, хорошо, пойдем посмотрим, что там за черепашковый остров, кстати. Да, вот Turtle Tops. Пойдем посмотрим. Иду к тебе. Ого! Видишь? Ого! Ого! Вот это прикольно. Island Sky. Остров в небесах. Круто. Итак, что же нам здесь предлагают? Тут зайцы. Что на черепахе большой летучей делают много зайцев? Живут. Этому чувачку явно хорошо, ему кажется, снежки в июле. Угу. Я тебя понял. Ой, я вижу тебя. Если что, когда поговоришь, просто посмотри наверх. Так, смотри. Так, погоди, у меня тут заяц убежал куда-то. Он спрыгнул. Ага, вижу. Блин, куда он спрыгнул? Очень необычный режим, блин, прям очень. Жизнь этой черепахи очень классная. Куда я Ты же робот, зачем ты носишь одежду? А ты кролик, зачем ты носишь одежду? Ну, да, справедливо. Так, тут порталы, там порталы. Тут
там, блин, тут куча всего. Я сюда просто не допрыгиваю, да? Или допрыгиваю? Сейчас попробовать будет. Я сюда допрыгиваю, нормально. Просто лифт. Так. Крутящиеся островки. Но эта мороженка была относительно легкая, окей. То есть смотрите, ребят, тут есть уровни испытаний от. Сейчас глянем. Говорит, не знаю почему, у меня чешется спина. Хм, как тебе об этом сказать, чувак? У тебя там дерево растет из спины. Очень смешно. Теперь скажи мне, что там на самом деле. Может, этого чувака... Может, этому чуваку корни в мозг проросли? Да, тот же самый диалог. Да, хорош. Из таблички выросло дерево, нормально. Я не люблю эти летучие гонки. Летучие гонки. Кстати, 6 мороженых. Когда будет 8, можно будет открыть новую дверь там в магазине. А ты кто такой? Про светлячки. А, прикольно. Я не могу. Тут кусты ходят. Почему я пропал? Почему я испарился? Не знаю. Заяц? Что с тобой? Непобежденный. Окей. Ладно, чувак, ты непобежденный. Я с тобой согласен. И попробуй залететь в тот портал. Ага. Это немножечко сложнее, чем может показаться. Да. Я получила 7-ю мороженку. Поздравляю, у меня пока 6. Я думаю, что... Есть, я попал в портал. Почему не знаю. Я ее сразу не взял? Что за нафиг? Ну просто летай. Найди такой остров со флешком. С флешком. С флешком. Что это такое? Так, ну это, мне кажется, какое-то место для паркура тут или где? Вдвоем, понимаешь? Да. Я почти взял мороженку. Ты сейчас здесь? Да, конечно, я здесь. Это ты там? Да, это а я. А где морожка? Вообще-то... Она летает? Тебе... Ну да, она просто не летает, но она у тебя не показывается. Она прям сверху у меня. Я ползу по столу. Спасибо. Там в конце будет такой портальчик синенький. Зайди в него и пройди такую мини-гоночку. Без никого. Вот просто иди по этим странным точечкам. Угу. Это чекпоинты, да. Блин, я пропустил. Это трудно, это трудно. Я понимаю. А, стоп. Их можно брать в любом порядке, что ли? Нет. Ну, не в смысле, не... Я понял. А, ну, давай попробуем. Прямо у меня перед носом. Я прилетел мороженое. Давай. Тут... Реверс управления, то есть не так, как мы обычно. Тут прям вниз значит вниз, а вверх значит вверх. И я да. Привык, когда летаешь, что у тебя происходит реверс управления. Поздравляю. И теперь я хочу просто вернуться обратно. Ну нафиг. Мне нужна просто восьмая оборотка. Да, я ж. Нет.
Так, ну... Нет, вот это сейчас было нечестно, я же его взял. Я прилетел, портал минус. Теперь считается, хорошо. Давай посмотрим. Ну, блин. Очень... Ну, как бы... Развороты очень тугие. И из-за этого ты прям не дотягиваешься. Если моментально еще не среагируешь, то не дотягиваешься. Да выше же возьми же, спасибо же. Да, есть мороженка. Ну, я надеюсь, что это будет... Нечестно, да? Ну, смотри... Да, блин! Я говорю, из-за реверсированного управления, из-за того, что... Ой, блин... Управлять очень сложно, потому что... Только со второго раза. То есть ты хочешь вверх, а получается наоборот вниз. Вот... Ай. Это путает просто чрезвычайнейше. Я не знаю, почему... Это же полеты, почему нельзя было сделать здесь... такой же... Управление, блин, вот хочешь вверх резко нажимаешь, а он наоборот летит вниз. Это отвратительно. Нет, это... Ну... серьезно? Хорошо, вот, я понял. Это не сложно, это просто запутано. Я нашел секрет. Я пролетел через мороженку. Ребят, в чем ваша проблема? А вы серьезно, то есть... Угу, я вас понял. Серьезно, блин, то есть... Не падай, да не падай ты! Да я же включил же... Ой, блин... Тут в отеле есть еще один потарчик. Потарчик. Где он? Ну да, взять его, конечно. Я не знаю, в общем, зачем это сделано. Да, ты робот, и ты собираешь конфеты и мороженки. Ну вот это вот, я не знаю, зачем. Летишь прямо на него, в последнюю секунду оно оказывается в метре под тобой. Вот не знаю, почему так. Есть! Неужели это случилось? Я получил мороженое. Все. Осталось последнюю восьмую, и тогда мы сможем открыть что-нибудь новенькое. Это будет прикольно. Кстати, как отсюда... А, вот. Как отсюда процедура. Я сейчас упаду. А джетпак не включается по второму разу. Если ты задеваешь поверхность, джетпак не включается. Официально. Вот. Так, да, ребятки, хорошо. В общем, вот такой режимчик. Это довольно качественный, хороший платформер. Немножечко стоит подпривыкнуть к управлению, но потом, когда понимаешь, как работает механика, все, в общем-то, очень даже круто и классно. Спасибо, ребят, что были с нами. Увидимся в других мирах Роблокса. Как вы знаете, они бесконечные. А пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.